Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск передачи «События» в студии тележурналистики Дворца детского творчества у Вознесенского моста. Сегодня в выпуске. Ежегодная церемония «Звезда созидания» определила самых успешных воспитанников. Капли датского короля на обед. Блокадники вновь вспоминали страшные подробности далеких лет. Кто такие саамы и как они объединили Россию, Финляндию, Швецию и Норвегию? А теперь об этом и другом подробнее. В феврале во дворце прошла церемония награждения почетным знаком «Звезда созидания». Эта премия была учреждена 10 лет назад. Ее вручают воспитанникам разных коллективов за особые успехи. Номинаций на церемонии нет, а поэтому звезду получают как и за творческие достижения, организаторские способности, так и за лидерские качества. На церемонии побывала наш корреспондент Эльвира Ойрах. Церемония награждения – это завершающий этап, а вначале детям предлагается самим выбрать из своего коллектива, по их мнению, лучшего воспитанника. Чжан Сини 16 лет, из них 11 она занимается в танцевальном коллективе «Игрис». Еще немного, и Чжан станет выпускницей. Она уже знает, что пойдет учиться в университет, но танцы, по словам девушки, с ней останутся навсегда. Когда мы занимаемся, мы танцуем вместе, вот эта атмосфера, когда мы все обсуждаем о танце, всем нравится танец, все хотят выступить на большом сцене, все стараются. Вот это, мне кажется, важнее. В этом году номинантами на почетный знак стали 23 воспитанника. Много лет лидерами по количеству звезд являются представители коллективов художественного отдела. 2015 не стал исключением. Ксения Легкова, воспитанница организационно-массового отдела, о награждении узнала за месяц до церемонии. Ксения признается, что волнуется. Говорит, страшновато выходить одной на сцену, когда вокруг много людей. Но у нее есть свой способ побороть этот страх. Как-то не думаю об этом, смотрю не на людей, отвлекаю себя. «Звезда созидания» проходит с 2004 года. Его придумали педагоги дворца, решив отмечать лучших воспитанников каким-то своим знаком. Вот он, значок, которым награждали первых лауреатов. Придумал его Костя Петрухна, 10 лет. Впоследствии значок заменили знаком в виде звезды. Есть дети, которые являются душой коллектива, его лидерами. Может быть, они и не заслуживают высоких призовых мест на каких-то больших соревнованиях и конкурсах, но это любимцы коллектива, те дети, за которыми идут остальные ребята. И вот поэтому мы решили, что таких детей тоже нужно увидеть и тоже нужно как-то отметить и наградить. Творчество, труд и талант – главная формула успеха, к которой стремятся все воспитанники дворца. Об этом говорили на юбилейной церемонии, и «Звезда созидания» тому подтверждение. Эльвира Ойрах, Дмитрий Смыслов, Александра Фатьянова. Специально для программы «События». 27 января наш город отметил очередную годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В эти памятные дни воспитанники эколого-биологического отдела пригласили в гости трех бабушек, которые в годы Великой Отечественной войны были детьми и помнят, как тогда жилось ленинградцам. О встрече расскажет Мария Зверева. Встречи с блокадниками в эколого-биологическом отделе проходят два раза в год, в дни празднования снятия блокады и накануне 9 мая.
Это стало уже доброй традицией. Для гостей ребята приготовили гвоздики и открытки, которые сделали своими руками. Для многих детей, они это, конечно, не понимают, счастье, да, в том, что у нас сейчас есть еда, теплый дом. Но для них было важно, как можно было сохранить вообще жизнь, здоровье, только получая тот хлеб, который выдавали по карточкам. Почти час блокадники делились историей своей жизни с воспитанниками эколого-биологического отдела. Рассказывали о самых разных, порой невероятных случаях, произошедших с ними или их близкими. И хотя имена и ситуации были разные, всех объединяло одно – голод. Что только не ели, вот ходишь, ничего в желудке нет, ну хоть бы что-нибудь положить, ну хоть бы что-нибудь. Мне попался старый ящик с лекарствами. И я оттуда вытащил капли датского короля. И так кашлял, пузыречек такой был. И гвоздику пакетик. И все это съело. Самым страшным для нынешних школьников стали рассказы о смерти одноклассников. О том, как детям приходилось хоронить своих родных. Когда блокадники закончили говорить, оказалось, что своя семейная военная история есть практически у каждого, кто пришел на встречу. Ребята с удовольствием поделились ими с гостями. У меня был прадедушка Иван. И это был удивительный человек. Он был ранен, и у него остался осколок снаряда до конца жизни. И он сбегал дважды из самых страшных лагерей. Спасибо большое, дедушка. У меня прадедушка был танкистом, он отводил тяжелый танк КВ. Вот у меня дедушка говорит, что у него было больше 15 ранений. Завершение встречи было необычным. Педагоги зажгли свечу, которая стала символом жизни, а ребята передавали ее друг другу из рук в руки и при этом говорили свои пожелания блокадникам. Получилось очень трогательно. Спасибо, что вы защищали наш город. Если бы не вы, тогда бы наш город бы сейчас был в руинах. Спасибо вам большое. В начале своей жизни у вас было очень тяжелое детство. Так пусть сейчас у вас будет больше счастливых дней. Спасибо. Мария Зверева, Маргарита Шехторина, Дмитрий Смыслов, Александра Фатьянова и Эльвира Ойрах. Специально для программы «События». Как часто дома и в школе мы слышим от взрослых «Ты не забыл сказать спасибо?» Удивительно, это простое слово играет в нашей жизни довольно большую роль. Возможно, данный факт и послужил поводом к появлению в календаре Международного дня спасибо. И хотя официально отмечается он в январе, актуальным это слово остается каждый день. Что для вас такое день спасибо? Ну, во-первых, я первый раз об этом услышала, но, во-вторых, это прекрасное слово. День спасибо – это когда люди говорят друг другу спасибо. Я думаю, что это очень хороший праздник и хорошее начало такой традиции. Ну, когда люди говорят друг другу добрые слова, спасибо. Ну, я считаю, что такой день вообще должен существовать каждый день. Я думаю, это день, в котором можно сказать своим близким спасибо. Что для меня день спасибо? Очень хороший праздник. Потому что далеко не все умеют говорить спасибо. Обязательно надо говорить спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания. Эти те слова, которые в обиходе, должны быть постоянно. А спасибо в первую очередь. А как часто вы говорите спасибо и в каких случаях? Наверное, почти всегда. Когда мне, например, что-нибудь сделали, что-то хорошее, я ему говорю спасибо. Это благодарность за хорошие дела, благодарность человеку. Я говорю слово «спасибо», мне кажется, достаточно часто, когда благодарю кого-то за то, что мне сделали, и, может быть, даже даю спасибо авансом для того, чтобы человека подвинуть на хороший поступок. Да, часто. Ну, да, когда тебе помогают, например, надо сказать спасибо обязательно. Или просто хотя бы, чтобы сделать свою речь вежливой.
чтобы человеку было приятно, чтобы человек чувствовал, что вы ему благодарны. А за конфеты дает? За какое-то уважение к человеку, который сделал хорошее дело. Например, подали обед, да, я после обеда говорю тем, кто сварил обед, спасибо. Ой, я очень часто говорю спасибо. В любом случае, уступают ли мне дорогу, я говорю спасибо. Уступает ли место, говорю спасибо. Сделает ли кто-нибудь что-нибудь на работе важное, нужное или просто сделать, я всегда говорю спасибо. Я считаю, лишний раз спасибо никогда никому не помешает. Ну, я говорю спасибо маме, когда она мне что-нибудь хорошее делает. Например, когда она мне накладывает покушать, я ей говорю спасибо. Очень вкусно. Как думаете, нужен день спасибо? День спасибо неплохо было бы, да, но только вот, чтобы он был широко известен всем. Ну, для меня, я бы не сказала, что он какой-то праздник. Заметка на Фейсбуке, а может быть, кто-то задумается, там, не знаю, что-то придумает, какое-то мероприятие. Ну, такой день действительно нужен, потому что спасибо – это очень важное слово. Да, и не каждый день хватает времени сказать спасибо. Мне кажется, что это хороший элемент мотивации и поощрения человека на добрые дела. Думаю, очень важен. Люди лишний раз, особенно ребята, будут помнить о том, что надо говорить спасибо. Спасибо за все. Вот уже во второй раз Дворец творчества у Вознесенского моста посетила Александра Марчук. Известная путешественница рассказала ребятам про Кольский полуостров, а также про народ саамы. На встрече побывала наш корреспондент Эльвира Ойрах. Александра Марчук путешествует более 30 лет. Последние 7 из них она делает это в одиночестве. Свой рассказ об очередной поездке Александра начала с представления костюма, в который была одета. Оказалось, что это традиционная одежда саамы, так называет себя северный народ. На ногах пимы – высокие сапоги, которые шиты из оленей шкуры. Любимые цвета – красный, синий, зеленый, желтый. Как выяснилось на встрече, саамы народ малочисленный, их всего около 2000 людей. Живут они скотоводством и рыболовством, исповедуют язычество. Они стали придумывать свою письменность. У них раньше не было письменности, они только разговаривали на своем языке. И только стали создавать свой буквы, свою письменность. И вот советские власти решили, что саами они вот, будут сейчас отделяться, самоопределяться. Да, и, в общем, стали всех практически мужчин саами или расстреляли, или, соответственно, они были репрессированы, они попали в тюрьмы. Да. Сегодня саамы живут не только в России, но и в Финляндии, Норвегии, Швеции. У них даже есть свой день, 9 августа, Международный день коренных народов. Как отмечается этот праздник, Александра увидела в деревне под названием Йона. Там же она познакомилась и со старейшим шаманом саами. Оказывается, такие еще есть. Для тех, кому интересно узнать о путешествиях, Александра предлагает почитать ее заметки или посмотреть фильмы, которые она сняла. Эльвира Ойрах, Дмитрий Смыслов, специально для передачи «События». И немного о том, что ждет воспитанников Дворца у Вознесенского моста в ближайшем будущем. 2 апреля состоится необычный забег под названием «Вспышка». Необычный он, потому что это будет фотокросс. В конкурсе могут принять участие как педагоги, так и воспитанники коллективов. Главное иметь при себе цифровой фотоаппарат или мобильный телефон с фотокамерой, планшет. В общем, все, чем можно фотографировать. А 30 апреля состоится очередная встреча команд на интеллектуально-творческом конкурсе «Brain Ring». Тема этого года – «Подвиги прошлого, гордость настоящего». Заявки на участие принимаются до 1 апреля. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. С вами была Маргарита Шехторина. До встречи!